Саянске на Кубани идет реконструкция стадиона. В течение 3 лет поэтапно выполняются работы и средств районной казны и с привлечением средств из краевого бюджета. Как завершился очередной этап реконструкции, смотрите в репортаже наших корреспондентов. Постепенно внешний облик городского стадиона начинает приобретать черты современного, благоустроенного спортивного объекта. К концу октября строители завершили работы по устройству бетонного основания, беговых дорожек и легкоатлетических секторов. Установлено спортивное оборудование для прыжков в высоту, в длину, тройного прыжка и сектора толкания ядра. Теперь легкоатлетическое ядро соответствует современным требованиям Федерации легкой атлетики к спортивным сооружениям данного вида. Для укладки беговых дорожек использовался высокотехнологичный материал фирмы «Мондо». Это долгожданный подарок для славянских любителей спорта, в частности легкоатлетов. Значит, здесь легкоатлеты нашего города будут принимать не только краевые соревнования, но, я надеюсь, и российские соревнования. На этом преображение городского стадиона не закончится. Глава района Роман Синеговский приехал проверить качество проведенных работ. Там же он провел совещание с сотрудниками Управления по физической культуре и спорту, Управления по строительству, руководством стадиона. Обсуждали дальнейшие планы по ремонту. То есть тот минимум, который нам нужен, планы мы согласовали, а то оно забывается. Вот эта трибуна, она уже готова, да, Николаевич? Вот это, на нее просто ставим мы крышу. Сиденье. Да? Вот эта трибуна. Мы договорились как? Мы пока ее решили не трогать, отлить на нее торцы просто, да? Торцы поотливать, да? Да, мы торцы. И пусть она пока так и стоит, да, Николаевич? Да ее так и нужно. А вот эти две трибуны, их надо будет делать вот по принципу вот этой, да? В скором времени планируется приступить к реконструкции трибун, строительству нового административного здания, благоустройству территории. Ранее на городском стадионе уже было обновлено футбольное поле, на котором уложена новая газонная трава. Так что скоро у славянских спортсменов будет прекрасная возможность тренироваться в комфортных условиях на современном, капитально отремонтированном стадионе. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События».